Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы с вами будем играть в игру кальмара и прочувствуем все тяготы этих заданий на себе. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет страшная кукла-робот из игры кальмара. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ну а мы идем. Блин, мне страшно. И что, нам нужно бежать? Там капканы, я вижу, я боюсь. Ай-яй-яй, ну бегим нормально, медленно вроде. Ой-ой-ой. Слушайте, а зачем мне эта аптечка? Ну пусть она полная будет, хорошо. Я-то не против, но потом зачем мне ее собирать? О, привет, это мой друг или мой враг, интересно? Это мой враг. Да, у нас сейчас будет драка. Давай. Я его замочила. В общем, на трассе не встретился такой... О, ой, мамочки. Next level, пожалуйста, next level. Как я тут должна прыгать? Смотрите, у него дрожат ручки и ножки. У меня тоже все дрожит. Ведь это очень страшно. Там акулы плавают! Я не пройду это никогда. Оп. Оп. А я могу вот так сделать? Оп. Нет! Как я должна угадать, куда мне надо идти? Давайте-ка еще раз. Все, меня съели акулы. Это было жестко. Это было страшно. Так, короче, здесь какая-то странная тема, которую мне нужно понять. Это левел 4. Попробуем-ка начать. Выбери одну, они мне говорят. Ну ладно, вот эту. Иголка. И что мне нужно сделать? Что? Я немножечко не в ту сторону пошла. Ну и ладно. Ну и что? Бам! Почему здесь так много крови? Мне страшно. Нажмем на старт. Я надеюсь, нам не придется лезть. А, видите, там парень. Я как бы вот она бегу. Опа, стоп. Надо вовремя остановиться. Нам нужно перечесть черту. Это круто. Я остановилась. Опа. Он мощно убивает всех. Капец, мне нужно его видеть. Смотрите, у меня почти не осталось конкурентов. Точнее, выживших не осталось, но я как бы выиграла. Это было круто. Но помните, там была кукла такая. Здесь мне, наверное, тоже нужно просто бежать, собрать немножечко здоровья, не попасться вот на эту гранату и победить в конце какого-нибудь парня, который ждет меня в конце этого уровня. Но я надеюсь, что я его выиграю. Я и капканы собрала, и все остальное собрала. Но и здоровье тоже полное, почти. Давай. Мне главное не давать ему слабину, несмотря на то, что он с бейсбольной битой. Этого нельзя допускать. Давайте следующий уровень, это реально крутая игрушка. Но я не знаю, как пройти этот уровень. Ну, как вы должны это запомнить? Раз. Два. Три. Что я могла запомнить, я то запомнила. Но больше у меня нет вариантов. Да, я прошла это. Это круто. Следующий уровень. Вот это я вообще не понимаю. Что тут нужно делать? Я как-то должна тянуть. Нет. Я должна тянуть, чтобы мы не упали. Нет. Блин, мне никак не получается пройти этот уровень. Вообще никак. Посмотрите, сколько крови. Это как будто кетчуп. Давайте выберем вот это. Нам нужно с вами вырезать этот зонтик за 30 секунд. Я не знаю, выйдет ли у нас такое или нет. Я, наверное, не смогу, это слишком сложно. Ну, поехали. Особенно вот эта пимпочка сверху. Как я должна это сделать? Я поехала совсем не туда. Ну, это очень сложно. Как я говорила, я зарылась на 3 секунде. Сразу же, на 3. Интересно, вы играли в эту игру? Она реально прикольная. Но очень сложная порой. Вот это мой любимый уровень, вы знаете его. Он сейчас будет за нами следить. Но мы пересечем с вами линию. Аккуратненько. Опа! Я была в зоне риска. Потому что я не успела остановиться. Не знаю, как мне удалось остановиться так, чтобы он не заметил, что я не остановилась. Аккуратно. Опа! У меня почти никого не осталось. Там вон двое человечков что-то делают. Ай! Быстрее! Одного зарубили прямо на линии, но я сбежала. Я просто сбежала в последнюю секунду, когда он вынырнул. И это круто! Вон его огромные ноги.
Так, побежали. У нас тут новые препятствия, абсолютно новые. Нам нужно собрать как можно больше медикаментов и обойти все препятствия. Это так атмосферно, то, что все это происходит под дождем. О, это сейчас был очень опасный момент. Я прям чувствую, как моему главному герою сейчас очень-очень холодно. Ну что, будем биться или не будем? Давай, говори. Давай. У него нет шансов против меня, потому что я какая-то мощная. А знаете почему? Потому что я берегу свое здоровье по трассе. Я собираю аптечку. Вот сейчас, смотрите, камешков вот этих стало еще больше. И я должна запомнить комбинацию. Я попробую. Раз, два, три. О, все. Короче, раз, два. Угу. Мы попробуем. Вот так. Потом, по-моему, направо было, да? Направо два раза. Вот так. А здесь куда я забыла? Прямо? Прямо. Нет! А-а-а! Я правильно сделала. И, наверное, вот так. И вот так. О-о-о! Как же мне повезло! Мне кажется, на следующих уровнях просто этих плит бетонных их будет еще больше. Это всего лишь 12 уровень. Но я не знаю, что тут надо делать. Я уже как только не пробовала. Просто я тяну со всей силы. Я тяну, я пытаюсь перетянуть это все, перетянуть. Давайте, чуваки, тяните. Я вас прошу, мы почти на... Нет. Как всегда, мне не повезло. Я никогда не пройду этот уровень. Если вы его проходите, молодцы, напишите мне в комментариях, как это сделать. Итак, здесь нам опять придется вырезать вот эту тему. Я постараюсь. О, треугольник. Погнали. Я максимально сосредоточена. Максимально. 19 осталось секунд. Быстрее, давай. Еще чуть-чуть. Как так? Ну, я бы все равно не выиграла, потому что осталось 14 секунд. Бам. Ну, простите. Себе битой постучи. А вот тут у нас очень опасное задание. Вы видите, какое препятствие установили у линии, которую нам нужно пересечь? Ну ладно, посмотрим. О боже, я как далеко, я дальше всех. Я дальше всех. А-а-а! Это очень страшно, реально. Куда же ты бежишь? Стой. Он побежал не в ту... черт! Я просто нечаянно дотронулась до экрана, и меня просто зарубили. Как эта камера, которая установлена у этого робота в глазах, все это видит? Это же поразительно. Ладно, здесь полоса препятствий. Ничего страшного, опять нам придется промокнуть под дождем. Бам. Все у меня в порядке со здоровьем. Тот чувак, который ждет меня на выходе, я думаю, он сильно пострадает. Ибо мне его не жаль, потому что мне нужно пройти этот уровень. Нокаут. Прям вот туда. Ну, хорошо иногда наказывать злодеев. Если бы он был не злодей, то было бы лучше. Вам не кажется, что количество вот этих как раз-таки бетонных плит увеличилось? А-а-а! Я не запомню. Я не запомню это. А нет, я запомню. Я запомню. Вот прыг-скок. Раз, два. Вы запомнили? Три, четыре, пять и шесть. Как вам такое? Как вам такое? Просто был прямо все время и один раз направо. Так, тянем. Я вас прошу тянуть. Тянем, я постоянно тяну, хорошо, очень тяну. Они борются как бы, но чего-то им не хватает. Не хватает им чего-то, тяги не хватает, сил не хватает. Но ничего. Пусть учатся. У нас 18 уровень. И нам придется вырезать какую-то сейчас опять ерунду. Круг. Давайте попробуем. Поехали. Я аккуратненько очень делаю это. Прям супер аккуратненько. Прям максимально сосредоточенно.
по кусочечку просто. Еще последний. Ай. Да? 7 секунд осталось, 7 секунд осталось. 7! Мне это удалось. Ура, на 19 уровне я делаю успехи. Теперь самое страшное и самое важное. О боже, 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 боже. Тихо, стоим. Стоим, 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 стоим. Угу, бежим, 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 бежим. Стоим. Я останавливаюсь заранее, потому что я не глупа. Так, аккуратненько бежим по людям. Но тоже осторожно. Я примерно уже знаю, когда он будет выныривать, поэтому я ориентируюсь нормально. Ага. Так, так, так. Тут еще препятствия всякие поставили. Получается, сейчас я его вообще не буду видеть. Да, я его не вижу. Но я постою. И еще чуть-чуть мне совсем осталось. Совсем маленечко. Он выглядывает. Да, это была последняя секунда. И у меня получилось прорваться сквозь линию. Это была крутая игра. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.